Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах с нотой ванили. Знаете, когда я только начала увлекаться, вообще все мои первые ароматы так или иначе были очень ванильные. На грани, вот знаете, добра и зла. Некоторые ароматы были вот настолько съедобные, что я до сих пор помню, мы с мамой садились в маршрутку, и мужчина один сказал, что: «Ой, вы работаете на шоколадной фабрике, девушка? Типа так пахнет от вас прям конфетами». Вот настолько вот такие были ароматы у меня. Мне кажется, если бы в то время я понюхала манталевского шоколадного жадину, то у меня бы сошла с ума, я бы вот просто мечтала бы об этом аромате. Он бы был бы для меня вот просто всем на свете. Сейчас, конечно, вкусы поменялись, но нота ванили все равно так или иначе мне нравится, наряду уже с другими нотами. Какие-то ароматы с ванилью меня успокаивают, какие-то согревают, какие-то просто дарят радость. И вот сейчас я вам покажу не все ароматы с нотой ванили, которые у меня есть, именно те, которые, вот, ну, как мне кажется, самые яркие для меня. Ароматы с нотой ванили. Первый аромат, который я хочу вам показать, ну, наверное, ни для кого будет не секрет, что я его люблю, это ванильный лес от Серж Лютена. Ну, тут ваниль, ну, она просто сказочная. Это сказка, это ванильный лес, ваниль тут такая с характером, такая очень интересная, в меру гурманская, в меру съедобно вкусная. Тут вообще она не такая. Она, конечно, выгодно отличается вообще от ванильных ароматов, которые я буду показывать вам дальше. Ну, наверное, еще один будет такой. Ну, слушайте, здесь, ну, просто вот аромат счастья, да, ванильный лес. Да, вот Катя в Pencil Box недавно рассказывала тоже про этот аромат в одном из своих последних видео. Да, это аромат антидепрессант, это абсолютно точно. Это аромат просто радость, счастье. Аромат, который вас может как-то немножечко подтянуть, если вам плохо, да. Ну, он прекрасен. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Даже если вы не любите ваниль, вот эта ваниль вам 100%, мне кажется, понравится. Ну, это потрясающе. Это потрясающий аромат. Я его ношу летом. Попробуйте, честно, вот если поносить его лето, я думаю, да, зимой он будет просто классно вас согревать, бодрить и будоражить, но вот летом он раскрывается, ну, просто дивно. Дивно, шлейфово, богато, роскошно. Хороша. Это ваниль хороша. А дальше я вам буду показывать другие ароматы с нотой ванили. Кофе обязательно. Я что-то подсела так на кофе. Знаете, Nespresso сейчас выпустили, называется Snowball, кофе с кокосом. Это кайф, это такой кайф. Следующий аромат с нотой ванили, это терракота от Guerlain, это моя новинка. Ну, она не новинка, но для меня она новинка, я ее попробовала только недавно. Я знаю, аромат уже вышел много лет назад, сейчас он опять перевыпуск у него. Ну, здесь ваниль летняя, ваниль жаркая, ваниль такая кокосовая, ваниль с таким флером, отпускным, скажем так, флером. Очень такая расслабленная. Ну, как я уже говорила, вот если я вот поеду, да, куда-то отдыхать сейчас, попадем мы даже там на океан плавать, я обязательно этот аромат одену, потому что это вот прям дополнение стопроцентное к какому-то такому дню полного релакса, ничего не делания на солнце. На солнце, у воды, в шляпе, с кремом от загара или маслом для загара. В общем, это классно. Следующий ваниль тоже из этой темы будет. Тема лета, тема расслабления. Это Ilang & Gold от бренда Mikhaylev. Золотая красавица. Они чем-то похожи, но это, конечно, круче. Ну, знаете, если это будет так корректно сказать, это более дорого, что ли, звучит. Более такой он сложный, более многогранный.
Здесь, конечно, ноты иланга, великолепного иланга. И вот он окутан этой ванилью бархатистой, такой мягкой, такой вот прям какой-то вот припудрено такой мягкой сливочной ванилью кокос, как я уже сказала, иланг. Ну, это бесподобно, это какой-то золотой крем, это золотая сладость, это вот опять лето, солнце, и вот этот аромат просто как ни один другой будет уместен. Вообще, обожаю его, очень обожаю. Следующий аромат тоже с ванилью, это Eau de Шалимар. Шалимары, знаете, я уже говорила, я когда переехала в Сидней, у меня был с собой шалимаров, наверное, вот раз, два, четыре вида разных шалимаров. Вот сейчас я как бы более или менее ношу только этот, потому что все-таки в таком жарком климате остальные шалимары классические версии, даже у меня был шалимар-парфюм такой чистый, это too much. Ну, для меня это было too much. В Москве я просто упивалась им. Я обожала шалимар. И сейчас люблю, ну, вот именно какие-то такие облегченные более-менее версии. Эду шалимар — это великолепная ваниль. Великолепная, немножко с цитрусовым стартом. Окутывающая. Невероятно стойкая, невероятно шлейфовая. Знаете, на одежде может держаться просто, как я сейчас узнала, месяцами. Я тут недавно надела свой пиджак, который месяц там назад когда-то носила, и вот была в этом аромате, и он пах. Он реально вот просто пах этим ароматом. Я не могла понять, я же не пользовалась шалимаром сегодня. Почему? Потом я вспомнила. Ну, это что-то с чем-то. Потрясающая герленовская ваниль, шалимаровская ваниль. Ее ни с чем не спутаешь. Она вот... Ну, она до кончиков ногтей, женственная, грациозная, роскошная. Просто роскошь. Дальше. Шанелевская ваниль. Пусть будет шанелевская ваниль, аллюр, парфюм у меня. Я про этот аромат не устаю уже повторять. Я его люблю. Он мне дарит радость всегда, дарит мне счастье. И здесь ваниль, она более такая кремовая, более такая, знаете, с персиками какими-то нотами, может, персики, абрикосы, вот с какими-то такими фруктовыми. Фруктово-сливочная ваниль. Очень красивая, ну, потрясающая. Потрясающая ваниль. Я ее люблю, не перестаю им восхищаться этим ароматом уже давно. Далее будет ваниль. Вот прям, наверное, вот из всех ароматов он такой самый-самый яркий ванильный аромат. Это Lalique Le Parfum. Вот этот аромат, вот он, ну он правда, он ванильный. Вот остальные там были ваниль с тем-то, ваниль с тем-то. А вот это вот ваниль в чистом виде. Такая, знаете, породистая. Такая породистая, роскошная женщина. Ванильная. Знаете, вот, может быть, даже... Ну, странно будет, помните «Сладкая женщина» с Гундаревой фильм? Вот она там такая красивая, ну, такая, ну, легкомысленная немножко, но вот она могла бы, мне кажется, так пахнуть. Аромат грациозный, аромат красивый, аромат ванильный с примесью немножко лавра. И лавр, знаете, здесь такой не как мы кидаем в щи, вот эти вот листики, не для борща, нет. А он такой вот именно свеже отрезанные веточки вот с листиками. У меня просто у подруги мама из Греции привозит именно веточки лавра свежие. Вот он пахнет вот таким лавром. Если вы не любите ноту лавра, то вам, скорее всего, этот аромат не понравится. Аромат согревает, аромат обнимает. Я люблю этот аромат дома носить. Вот как-то вот он мне, знаете, дома очень приятен. Он меня расслабляет после там какого-то... Ну, если я устала, там, пришла домой. Потрясающий аромат, очень я его люблю. Давайте следующий аромат с ванилью будет Mikhalev Watch. Это такие часики. Вот он имбирный пряник, он печенька, он, знаете, вот такой вот вкусняшка. Дебильное слово, конечно, такое, мне не нравится. Но
Но он вкусный, да. Ну что поделать, он вкусный, он красивый, он шлейфовый, многогранно звучащий аромат. И вот ваниль в нем тоже такая яркая. Аромат очень яркий. Вот прям аромат, знаете, женщина-вихрь, женщина такая, праздник. Вот он реально несет в себе этот праздник. Потрясающий, классный. Если кто не пробовал, попробуйте. Мне кажется, вот на зиму, я прям представляю, снежок какой-то такой красивый, может быть, мех или пальто, шарф. И вот этот аромат, он будет идеально дополнять, шлейф, хорошо будет. Дальше аромат тоже от бренда Миколев, это Мон Парфам от Мартины Миколев. Здесь ваниль, знаете, как ириски. Ириски такие, даже не ириски, а вот эти сливочные помадки сладкие. Это вот такая здесь ваниль, такая помадная, конфетно-помадная. Ну, потрясающий аромат, знаете, он очень изысканный, он очень дорогой, ну не в плане цены, а вообще вот он так звучит дорого, но в то же время в нем есть какая-то такая ранимость, незащищенность, ну вот как женщина, он такой капризный немножко, такой вот, ну хороший, очень женственный, а мне нравится его носить как зимой, так и летом, зимой он реально согревает, летом он как, знаете, на выход куда-то очень хорошо дополнит образ. Ну, если там платье какое-то нарядное, каблуки, шпильки, маленькая сумка. Вот этот аромат, он просто потрясающий. И бокал шампанского, и все. Больше ничего не надо для счастья. Очень красивый аромат. Дальше аромат тоже от Миколев. Это Black. Ананда. В Ананде, кстати, тоже есть ваниль, но она такая уже более лежит в базе. Я его не достала. Ну, да, я могу его, конечно, сюда причислить, но там больше мускуса, на мой взгляд, такого мускуса припудренного. Здесь же это, да, это аромат роскоши, аромат вечерних бархатных платьев, бриллиантов, лимузинов. Знаете, концертный аромат, вот я знаю, у Наташи Золотаревой есть этот аромат, я прям ее представляю, когда она выходит, играет свои концерты, выступает, выступление, и вот этот аромат, и вот это платье вот у нее было последнее, такое красное. Ну вот что-то такое, это вот реально аромат такой дивы, человека творческого. Ну вот у меня ассоциация сейчас такая случилась. А вообще, он, конечно, подойдет любой женщине, которая не боится вот подать себя настолько ярко, ну, которую не затмит этот аромат, потому что этот аромат, он очень тяжелый, его нужно очень дозированно наносить, он вот просто может вас придавить своей такой вот прям многоградностью, но хорош, он стоит того, он стоит таких экспериментов, стоит попробовать его хотя бы раз его куда-то выгулять, он вас, конечно, поразит. Поразит вас, поразит окружающих, невероятно комплиментарный, невероятно шлейфовый. Такая у меня немножко получилась каша, но да, вот он, про него сложно рассказывать, потому что он, конечно, характер у него ого-го, ого-го характер. Так, дальше давайте я вам расскажу про аромат тоже с характером, который когда я только его приобрела, я просто им поливалась с головы до ног, это было вообще кайф. Но, видимо, я им переборщила с использованием, и сейчас немножко отдыхаю от него, это Mancera Roses and Chocolate, розы и шоколад. И здесь ваниль. Вы знаете, кому вот нужно такую пожестче ваниль, такую, с таким характером. Такая она прям ванилище. Вам сюда. Аромат жесткий и в то же время сладкий, но сладость в нем горькая.
Шоколад в нем такой горький, почти черный, вообще там никакого сахарного, никакой вот этой вот сахарности девчачьего в нем ничего нет, честно. Аромат гурманский, но какая-то вот здесь новая неогурманика, не мягкая, скажем так, не мягкая, с характером, такая вот брутальная немного. И розы. Розы здесь такие, да, с шипами. Такой аромат, такой неоднозначный. Еще следующий аромат. Вот, знаете, это, тот был такой вот прям вообще нифига не гурманский, не гурманика и не сладкий и с характером. А здесь же вообще это полная противоположность. Это Black Opium, это Saint Laurent. Но здесь это сладость, сладость, сладость. Это кофе, это шоколад. Это тонны вообще какой-то вот супер гурманской ванили. Кайф. Это такой кайф, этот аромат, знаете, вот он вот, он реально яркий, он поднимет вам настроение. На зиму он просто идеален. Летом не, летом я бы его, конечно, бы не стала. Он может немножечко так придушить, но он хорош. Он хорош, он комплементарен, он нравится всем. Он нравится мужчинам, женщинам, детям. Ну, потому что вот он добрый аромат. Он добрый, счастливый, искрящийся аромат. И в Saint Laurent Black Opium. Я его летом, о, не летом, я его нашей зимой приобрела и просто, вот я просто кайфую. Следующие два аромата, последние, да? Да, последние будут от бренда Миколев. Вот такие два аромата, я их уже в одном видео показывала. Это ванильные ароматы, ванильные серии бренда Миколев. Один, значит, называется Марин, и другой называется Флёр. Значит так, Марин – это аромат ванили морской. Я вот сегодня его ношу и просто пребываю в каком-то таком эйфории. Это морская ваниль, ваниль соленая, ваниль с морским таким бризом, с такими волосы, знаете, в соли. Ну вот когда вы вот на пляже проводите весь день, и вот знаете, вот этот привкус солоноватый, ну это красиво, это, ну это здорово. И вот я не знаю, как бренд Миколев, вот как у него, как у них получилось совместить это все, ваниль и соль, и вот это вот водные ноты, морские ноты. Это очень красивый аромат, он вообще не похож ни на какой другой, то есть, ну мне не с чем его тут сравнить. Именно из-за того, что ваниль здесь такая вот соленая и, ну, нестандартное такое сочетание, скажем так. Я его ношу летом, да. Летом. Сейчас у нас еще не вот тебе прям такая жара, сегодня даже прохладно, но когда вот жарко, когда так влажно, он очень красиво раскрывается. Попробуйте. Мне кажется, он и зимой будет так. Так вам напоминать о летних днях. Красивый аромат. И следующий аромат. Это Флёр. Он не морской. Он цветочный. Здесь ваниль цветочная. Ваниль в окружении вихря цветов. Каких цветов, не знаю. Множество, множество цветов. Разных, свежих, на ветру. Аромат такой, знаете, ну он свежий. Он свежий, в то же время сладкий, и в то же время какой-то немножко с горчинкой. Очень, очень хорош, очень хорош. Вообще серия ванильная от Миколев заслуживает внимания. Если будет у вас возможность попробовать, попробуйте. Я вот мечтаю себе приобрести ваниль Леда с кожей. Кожаная ваниль. Ну, посмотрим. Здесь сложно очень найти этот бренд, честно говоря. Как бы так. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите о своих любимых ароматах с нотой ванили. Какие ароматы вас радуют. Какие вы мне можете, может быть, посоветовать. Какие-то вот прям, знаете, ваниль, 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 ваниль. Такая вот прям вау. Я с удовольствием их послушаю. С вами была Аленка Блок. Всем пока, чао-чао. Пока.